Доброго здравия, мои дорогие! Рада вас всех видеть! Поздравляю вас с приходом весны! С некоторыми встречались неделю назад была зима, а сейчас весна. Мои кошки тоже очень рады и будут обеспечивать звуковое сопровождение нашему вебинару. Доброго здравия! Напишите, пожалуйста, видно, слышно ли, все ли хорошо. Напишите, пожалуйста, плюсиков поставьте. Отлично, прекрасно, прекрасно, замечательно. Вижу много родных людей. Вам отдельная благодарность, что вы продолжаете ходить на мои вебинары. Я буду стараться, чтобы вы узнали что-то новое, и вечер показался вам снова прекрасным. Я также вижу, как мне кажется, людей, которые не часто бывают на моих вебинарах. Пожалуйста, напишите, кто из вас первый раз, возможно, на вебинарах или давненько не был на вебинарах «Северной сказки». Напишите, пожалуйста, чтобы было понятно, кто здесь. Угу. Екатерина, Наталья, Ульяна, Влада Второй, угу. Любовь, Елена. Ну, чудесно, чудесно. Я вам расскажу, как все будет проходить. Чудесно. Я рада приветствовать людей, которые первый раз пришли в «Северную сказку». Выражаю надежду, что вам все понравится, и вы будете почаще заходить к нам на огонек. Я хочу сказать, что все, что происходит, будет происходить таким образом. Я рассказываю определенную часть того, что хотела рассказать, после чего я отвечаю на вопросы. Какая-то часть нашей встречи будет проходить в режиме наших вопросов, ответов, моих вопросов, ваших ответов. И прошу вас участвовать, потому что будем ценить это время, которое мы провели вместе. Постараемся использовать его для общения, насколько это возможно в этих условиях. Поэтому призываю вас с хорошим настроением быть активнее, отвечать на мои вопросы и задавать свои. Ну что ж, начинаем, мои дорогие. Сегодня у нас с вами тема, вызывающая интерес многих, это обрядовый календарь. Вот такая картинка заглавная, а что же она обозначает, будем уже с вами заполнять этот календарь сегодня. Вот мой первый вопрос для вас. У меня здесь написаны даты. 15-й год, 16-22 февраля, 16-й год, 7-13 марта. 17-й год, 20-26 февраля, 18-й год, 12-18 февраля. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что это такое? Что это за даты? Что это за даты? Знакомы ли они вам? И что бы они могли обозначать? Угу. Угу. Вот. Видите, с каким вниманием мы должны рассматривать наши календари, потому что все, что происходит, это разброд, шатание и влияние христианства. Вообще-то, на самом деле, да, благодарю вас, вот я увидела правильный ответ. Галина написала «Масленица в христианской традиции». И это так. И вы знаете, вот я нашу встречу
задумала, потому что меня просто вот, особенно в этот год, меня просто, я не знаю, разгневала, не побоюсь это сказать, это Масленица, которую объявили 12-18 февраля. То есть это праздник, который провожает зиму и встречают весну, и это привязали к христианской Пасхой перед Пасха Великий пост, и вот вам Масленица. И вот вам Масленица, проводы зимы, проводы весны. А ничего, что февраль – один из самых холодных месяцев, что, например, в Архангельской области, да и, в общем-то, по регионам России, средняя температура февраля даже ниже, холоднее, чем средняя температура декабря, что есть устойчивое выражение «февральские морозы». То есть какая здесь может быть встреча весны? Ну, просто для меня это было, ну, как никогда возмутительно, поэтому я благодарна вам, что вы пришли, чтобы понять, по сути, что за природным календарем происходит, что такое март, что такое Масленица, что такое мартовские праздники. Вот с этим давайте и разбираться. Первое, что я думаю, что мы все с этим согласны, и тут спорить вообще не о чем. Масленица – это народный праздник. Это гурба, это старый млад на улицах, молодежь. Это веселье, это замечательное единение народа. И это праздник, сохранившийся с дохристианских времен. Потому что какая Мара Марена, зима в христианском пантеоне, где она? Ту Мару Марену, которую провожаем. Где она? То есть это само по себе явление дохристианское, которое успешно каким-то образом приделано, потому что это невозможно было изжить, и это приделали к праздникам христианским. Никакого отношения к воскрешению Христа этот праздник у нас не имеет. Другое важное, что мы должны понимать и принимать про Масленицу, это природный праздник. Природа, которая не зависит от каких-то там подсчетов. То есть Масленица – это праздник солнца, весеннего равноденствия. Мы здесь называем этот праздник весеннего равноденствия весенний солнечный излом, который произойдет 20 марта в 16 часов 15 минут. Масленица является частью весенних обрядов, проводами зимы и встречи весны. Что уж тут говорить. Это явление, которое не зависит от подсчетов кого-то. Это вращение Земли вокруг Солнца, это весеннее равноденствие, одно из четырех солнечных изломов, которое имеет совершенно реальную астрономическую дату. 20 марта в 16:15 наша Земля перейдет вот сюда, на это свое движение. В астрономическом смысле, в дни равноденствия, наши предки все это прекрасно знали, потому что единение с природой – это наша культура. В дни равноденствия на всей поверхности Земли, исключая районы зимних полюсов, день почти равен ночи. В дни равноденствия Солнце восходит почти точно на востоке, заходит почти точно на западе. День летнего солнцестояния – день самый длинный, и Солнце восходит почти точно на северо-востоке, заходит точно на северо-западе. Поэтому давайте мы с вами примем такую простую истину,
что масленица, если мы ее понимаем как праздник весеннего равноденствия, должен привязываться к астрономической дате, а не к какой-либо там расчету. Что еще мы знаем про праздник весеннего равноденствия? Что до XVI века, возьмем культуру нашего народа и представим много тысячелетий, и до XVI века в этом смысле покажется очень близкой датой, до XVI века именно весеннее равноденствие праздновалось как новолетие. Поэтому призываю вас, мои дорогие, твердо сказать «нет» христианской масленице и понимать масленицу как праздник солнца. Вот мой следующий вопрос для вас. Это юбка, женская юбка с узорами. Вот эта вот палочка с зарубками. Как вы считаете, что общего? Ответ, наверное, ответы последовали незамедлительно. Я сейчас чуть подробнее расскажу об обоих календарях. Да, но это еще одно свидетельство того, что есть календарь в нашем народном понимании. Здесь нет вот этих вот приходящих дат. Если есть солнечный излом, то солнечный излом, он нарисован на календаре круглом каргопольском, и он вырублен на палочке. Поэтому никаких плавающих дат, мои дорогие. Смотрим на солнце. Вот эта палочка. Это такая раритетная вещь. Фотографии, которой я очень радуюсь. Это календарь. Приспособление для расчета сельских и семейных праздников, сроков сельскохозяйственных и промысловых работ. Был распространен на русском севере и в Сибири. Данный календарь изготовлен из березового бруса, имеет 6 граней, на каждой из которых вырезано по 2 названия месяцев. Получается 12. Зарубками обозначены обычные дни. Особыми знаками отмечены праздники и другие памятные дни. Подобные календари обычно брали с собой, уходя из дома на долгий срок, в рыбный или охотничий промысел. Ими очень дорожили, передавали их по наследству, завещали детям. А это тоже календарь. Каргопольский календарь. Круг или месяца слов его называли. Полотенце с кругами висели прежде вместо календарей. Небольшие куски новины с одним кругом прикрепляли к лучине и вешали на стену вместо календаря. Да, напрашивается сравнение календаря с нанесенными на него делениями, широко бытовавшим в русской деревне, у русского населения севера и Сибири, резными деревянными календарями. Ну вот, напрашивается. Это уже тут не мои слова. Поэтому вот календарь в северной сказке, о которой мы говорим о том, что это народный, родной календарь, он выполнен в виде каргопольского нашего северного круга. И здесь мы уточнили даты праздников, солнечные зломы и праздники богов. Этот календарь в большом разрешении можно скачать у нас на сайте. В статьях «Славянский календарь». Я почему дала вам адрес, потому что недавно обнаружила в интернете наш календарь. Скачали, отрезали логотип «Северной сказки» и продают за 50 рублей электронный файл. Поэтому, мои дорогие, обратите внимание, здесь вы можете скачать в хорошем разрешении совершенно безоплатно. Вот. Что еще мы знаем про праздник весеннего равноденствия?
что это праздник древних богов. Прощание с Мариной Зимой мы уже с вами посмотрели. А дальше я вам буду показывать именно этнографические знания о том, как у нас на севере празднуют этот праздник. И вы увидите, что и почитают бога Велеса, и предков в его лице, и измененное состояние в природе, приход Ярива солнца, Лёли весны. Это тоже неизменно вплетается в празднование. И, в общем-то, это еще одно, ну, просто уже, может быть, даже и лишнее доказательство того, что этот праздник, он глубоко народный, дохристианский, уходит вглубь времен, тысячелетий. И еще, конечно же, мы прекрасно знаем, но те люди, те замечательные наши путники страны Северной, которые изучают курсы северного чародейства, смотрят вебинары северной сказки, знают, конечно, что солнечные изломы — это магическое, чародейное время, время, когда мы проводим обряды, помогающие нам в единении с нашей природой. Прощание с Мариной Зимой, очистительные обряды, Камоедец, славление богов Прави, величание богов Нави, здесь богини Макоши, богини и бога Велеса, конечно, мы величаем встречи Ярива солнца, Лёли весны, мы делаем обряды на обретение. И эти обряды закреплены в народных праздниках, ведовских обрядах, учитывающих влияние Луны, поэтому магический календарь на март требует более пристального рассмотрения, и мы, конечно, сегодня это сделаем. Но март, как первый весенний месяц, не только месяц празднования весеннего равноденствия, заклички весны, сороки, так называемые, это тоже мартовское веселье. Поэтому мы с вами все это сейчас посмотрим. И прежде чем перейти к другой части нашей встречи, я хочу спросить у вас, согласны ли вы с тем, что масленица должна отмечать именно приход солнца весеннего равноденствия. Как вы к этому относитесь? Может быть, у вас все-таки другое мнение, и вы считаете, что это не так, что надо следовать каким-то другим. Согласны ли вы? Вот даже много плюсиков, много согласны. Вы знаете, как-то легче воспринимать и правильнее, вот это вот ощущение того, что ты живешь по законам природы, а не по чьим-то там выдуманным законам. Мне кажется, это как-то здоровее, это правильнее, правильнее жизнь. Вот Максим пишет, и по природе, да, по природе, все правильно. Я рада, что мы здесь собрались, мы единомышленники, рада. Сейчас давайте мы будем обсуждать уже в подробностях. Ну, те, кто давно знают северную сказку, знают о том, что мы отвечаем за север, как чукчи, что знаем, то и поем, поэтому рассказываем то, что происходило на землях, которые мы называем «страна северная». А когда мы говорим «страна северная», то мы, в общем-то, думаем о старых границах. Вот это вот Архангельская губерния, вот это Оланецкая губерния, вот это Вологодская губерния. То есть на этих территориях
климат различается, конечно, различается и природные циклы, поэтому несколько различаются, но я наблюдаю все-таки родственность обычаев, родственность дат, родственность того, что мы думаем про себя, про жизнь и про мир. Поэтому вот я говорю о обычаях, которые вот на этой территории существуют. Да. Максим правильно говорит, что так как наш народ до сих пор сохраняет вот это единение с природой, христианство, оно должно было, оно не смогло противиться тому, что есть в нашем народе. Вся эта народная демонология, телеши, водяные, домовые, это же не христианское, это же наше исконное. И так как христианство не смогло с этим справиться, они тогда это присоединили к себе. Вот. Ну, а я хочу сказать, что у нас в Архангельской области, вот, в нашей стране северной, христианство, оно очень поздно сюда проникло. То есть где-то в середине 18 века это были просто единичные случаи. И здесь происходило просто вот, скажем так, сюда посылали таких очень сильных проповедников христианских, и они с трудом справлялись и жаловались своему начальству о том, что здесь нет христианства, и люди это отвергают. Вот, ну, все-таки за это время они как-то справились, но по-прежнему память жива, и, в общем-то, надо сказать, что храним мы северные сказки как знания, которые сохранились у нас в наших удаленных местах. Старые ведающие люди нам сказывают, и здоровье им как можно долгих лет, потому что они хранители наших знаний. И то, что мы говорим от лица северной сказки, мы, конечно, говорим вот общее, что-то общее, что нам известно. Идем с вами по календарю народных праздников. Давайте все смотреть. Завтра, 4 марта, мои дорогие, печем печенье тетеры. Напишите, пожалуйста, плюсики, кто знает, что за печенье такое тетеры. Это, кто знает, как оно выглядит, обрядовое пряничное изделие. Это северно-русский аналог жаворонки, воробьишки, снегирьки, кулики, сороки, петушки. Знаете? Тетеры, печенье тетеры. 4-е воскресенье. Ну, можно, да. Сегодня-завтра можно печь. Вообще, сейчас вы увидите, до 8 числа можно печь. Сегодня можно было бы начинать. У нас начали тетеры печь. Да, вот. Спиралевидное печенье из ржаного теста. Все верно. Вот так вот оно выглядит. На самом деле трудносъедобное, хочу вам честно сказать. Но посмотрите, какие чудесные родные напевы. Везде солнышко. То есть вот все, что мы видим, это наследство наших предков. Вот. Вот такие вот печенье тетеры, что с ними делать. А вот смотрите, 8-9 марта с нами получится прекрасный день, потому что это первые заклички весны.
У нас вообще что-то творится, у нас Двина река широкая, сейчас еще, конечно, снег и льдом покрыто. Так, выходят босыми ногами на снег, становятся и звонкими голосами, кричат что-то на другой берег. Вот. Ну, 8-9 числа кормим. Кормим духов предков, волшебных птиц, которые спустились в явь, синицы прилетают под солнечными лучами погреться, поднимались кто на пригорок, кто на крышу, подбрасывали печенье в воздух и кричали: «Птицы, прилетите весну, на хвостах принесите». Вот мы с вами тоже можем сделать тетеры, если не испечете, но хотя бы какое-то печенье, хлеб, что-то еще. Попраздновали, приходят 17-18, следующие, через неделю выходные. Это время чистить колодцы. Делаем весеннюю приборку, собираем мусор, генеральную весеннюю уборку. Все делаем, чтобы подготовиться к празднику. Празднику весеннего равноденствия. 20 числа в 16:15 произойдет астрономическое явление. Ну, в народе праздновали всегда вот эти вот праздники, когда солнце на воробьиный скок подвинется. То есть через 2-3 дня начинались широкие праздники. Ну, 21 марта уже можно печь блины и поминать предков. Первый блин комом, как известно, кома предки. То есть вот это первый поминальный день. Потому что все дни солнечного излома в таком в тонком смысле обозначают стирание границ между мирами. Между правью явью, между навью, где души наших предков смотрят на нас, помогают нам, стираются границы. Наши предки имеют возможность, считается, что в это время в виде птиц прилететь на землю, посмотреть, как мы тут, непутевые их потомки, поживаем. Поэтому вот начинаются вот эти вот дни поминовения предков. А блины, кутья, каша, как вы знаете, мои дорогие, это самая традиционная поминальная пища. Поэтому едим блины не просто потому, что это вкусно, а потому что это имеет тайный, важный смысл для благополучия нашего рода. А вот 22 числа, тут вы уже можете подготовиться, мы на севере, и вас тоже призываем, печем жаворонки. Вот это свистульки наша в виде жаворонка, а вот это тоже птичка из ржаного теста, жаворонок, потому что через 2 недели уже будет, ну, через 3 от нашего, будет гораздо теплее. И 22 марта просили, это вторые заклички весны, жаворонки, жавороночки, прилетите к нам, принесите к нам лето теплое. Ну и вот такая примета. На сороке придет жаворонков, сколько проталинок, столько жаворонков, а если уж они опустятся на какой-то двор, то будет там добро, благоденствие весь год. Рецепты, к счастью, в интернете очень много, поэтому вы можете спокойно сделать, слепить с семьей. Если счастье в вашем доме есть дети, вместе с детьми слепить, потом выйти, звать весну, это же счастье просто какое-то. Но для того, чтобы закончить тему, я хочу еще сказать, что закличек весны 3. Я показала вам 2, а 3-е это уже в мае.
закликали куликов и пекли куличи. Вот если вы когда-нибудь думали, почему петь эти в христианстве, эти Пасхи, почему они называются куличи, при чем тут это все? Мои родные, куличи – это обрядовые изделия в честь куликов, то есть третьих птичек, которые прилетают весной. Прилетел кулик из-за моря, вывел воду из неволи. Вот. Вот. Приходите в мае, я вам календарь на май расскажу. Придете. Ну что, вернемся. Март месяц. 23 марта. Готовим дрова для костра, украшаем дома, строим ледяные горки. Строим ледяные горки. И у нас начинается праздник молодежи. Вообще это имеет глубокие такие важные корни. Почему праздник весеннего равноденствия считается праздником молодежи? Потому что весна здесь, парни и девушки гуляют, приглядываются вместе с тем, чтобы летом проверить, вот все проверить, сватов заслать, а осенью отгулять свадьбу. Поэтому прежде всего это гуляние молодых, катание на лошадях. Парни усаживали понравившихся им девушек на колени. В деревнях Наваш, например, это этнографические данные я вам привела. Парни украшали коней, на которых катались, лентами, взятыми из повязок девушек. В мезенских деревнях при этом особое значение придавалось катанию с ледяных гор молодоженов, молодых пар, живущих вместе не больше года. Снимали шапки с молодежи и трясли воздух, и выкуп просили. Это называется вообще забава трясти шапками. Вот, до тех пор, пока молодуха не поцелует. Потом кланялись и съезжали. То есть, ну, веселились, как могли. Скатывались на шкурах животных, например, в селе Кимжа Мезенского района, рассказывали так. Мужа приведут в горки, посадят на шкуру, он шапкой трясет. Слышали такой обряд? Трясти шапками. Жену его выкликают, она кланяется по сторонам, потом мужа поцелует, и он ее катит с горки. Вот еще рядились жители деревни. Рядились охотниками и ловили молодок сетями. Потом их отдавали молодым мужьям за выкуп. Конечно, так вот это все прекрасно. И вот наступало 27 число. На возвышенном месте устанавливался длинный шест. Наверху закреплялось колесо, которое, конечно, мы знаем, движение солнца к весне, обкладывалось дровами, вениками, вечером сводился большой костер, сжигалось чучело зимы, холода, сезонной смерти. Да, у нас снег, горки, веселье, морозец еще не совсем весна, морозец нас бодрит. Вот. Наряжались не только охотниками, но и медведем, рыбаком, лешим. Как записали этнографы, оденутся в черные, рожки сделают. Ходили по домам, распевали виноградарю. Вот. Ну, да. Вот. То есть у нас проводы зимы, так проводы зимы проводим Мару. Вот. То есть вот оно реально даже, вот видите, на фотографии зафиксировано, мы сами понимаем, что это почитание Велеса. Вот здесь вот, может быть, вам не видно, но это вот большое коровье батало, колокольчик. Это
тут человек, ну, наверное, ребенок с маски с рогами. То есть это самый настоящий культ Велеса, который сохранился. Не всегда изображали медведя, не всегда одевались в медвежью шкуру, можно было малицу выворотить мехом наружу. Традиционная наша одежда из дубленка. Чтобы сделать лицо неузнаваемым, закрывали лицо белым платком. Вот как раз старая фотография, держит белый платок и готовят человека, наряжают. Вот что пели: медвежья пляска, не парата баска, баска не баска, трясемся. Знаете, что такое баска? Медвежья пляска, не парата баска, баска не баска, а трясемся. Сильно не видели. Ну что ж. Вот. Баска — это красиво. Красиво, прекрасно, то есть парата — это не очень-то красиво, медвежья пляска — не очень-то красиво, красиво, некрасиво, а трясемся. Вот что пели. Ну и окончание масленицы. Вот старая фотография. Ну, масленица тут не такая парадная, как сейчас делается. Это просто костер, что-то сжигают, окружили, что-то кидают. Да, вот. Это вот такая изначальная масленица. Народное гуляние, взятие снежного городка, сжигание масленицы. Бросали бочки, то есть со смолой, солому. Прощай, Мара Марушка, на весну редький хвост побежала на погост. Вот. Вот все эти народные праздники мы с вами посмотрели. Вот у нас так в Малых Карелах, у нас здесь такой под городом сохраненный город деревянный. Свезли много красивых старых старинных деревянных зданий, домов, мельницы, амбары, хоз построили. Вот у нас очень там красиво и место традиционных праздников. Вот это наша масленица. Ну что, мы посмотрели с вами народные. Ну, а сказочные праздники, давайте немножко еще сказки, северная сказка, когда-то давно, сказочные времена. Уж не будем мы с вами, мои дорогие, называть какие-то точные даты, столетия, века, тысячелетия. Пусть это будут сказочными временами, когда свободно и привольно жил народ на наших просторах, когда боги спокойно спускались на землю, общались с людьми, своими детьми и внуками. Ну, давайте помечтаем о таких сказочных временах. Камоедицы. Собственно говоря, мы считаем, что то, что сейчас называется масленицей, называлась Камоедица. Чествование могучего Велеса в образе медведя. Чтили Велеса танцами. Ну, собственно говоря, как тогда, так и сейчас. Встреча весны Люли, следовавшей за Камоедицей, включала в себя новые весенние забавы. Это буквально вот проходила после сжигания чучела, после вот этих плясок, то есть это уже вот так вот встречали весну. В честь весны Лёли украшали девушки деревце лентами, кликали возле него весну-красавицу, сестру Марены, богини зимы. Где Лёля, там и Рила, чем некрасивая пара. Несет Лёля вести добрые на весну яркую. Деревцы устраивали на возвышенном месте, называемое обычно Ерилиной плешью. Готовили место тщательно, убирали снег, утаптывали до ровной площадки. Вот как
Об этом пишется, например, в книге «Приключения Ярого Бога». Сейчас уже можно точно сказать, что начались эти приключения Ярого Бога, которого тогда называли Ярила, с одного праздничного дня в Яре. Отмечали праздник Солнца. Ждали Лёлю, богиню нежной девичьей любви и красоты, дочери Лада и Сварога. Ярила в ту пору был совсем молод и жил то у отца, бога магии и мудрости Велеса, то у матери, богини грозы Дивы Додолы. Молодой Ярила обязанности имел на этот праздник проводить в Явь красавицу Лёлю. Вот взял он девицу красу под ручку и помог спуститься на Красную Горку, где празднично разодетые девахи и парни уже начинали собирать и вспоминать весенние песенки. «Что ж ты не весел сегодня, Ярилушка?» — улыбаясь, спросила Лёля, мимоходом разглядывая свое личико в серебряном зеркальце. «Да вчера опять с отцом ссора да рознь случилась. Уму-разуму стал меня учить, а я не оценил». Лёля обняла Ярилу и сказала: «Да не тужи, Ярила, смотри. Вон еще накануне выбрали в деревне красавицу, девушку, которая будет величаться Лёлей весной. Правда, я красивее? Давай плясать пойдем». «И то верно, Лёлюшка. Кручина крючит, радость выпрямляет». Тем временем с песнями собралась на поляне вся молодежь, нарядили Лёлю во все белое, украсили венком из только что сорванных цветов, посадили ее на трон из нескольких слоев дерна с пушистой травкой, вокруг стали хороводы водить, да песни веснянки распевать. «Ой, Лёля, Лёлечка, дай нам травки, да повыше, ой, Лёля, Лёлечка, дай нам милого, да покраше». Со всей деревни угощения несут, Лёле требу, пироги, печенье, варенье, докрашенные яйца. Это все на общий стол к вечеру пойдет. А еще венки зеленые, накануне связанные, складывают горкой. Их потом Лёля раздаст всем, как оберег, будут хранить их до следующего праздника. Попели хороводы, поводили. А как Лёлю в свой круг взяли, так танцам время пришло. Кто в хороводе пляшет, кто на круг выскакивает, да такие коленца выкидывает, что диву даешься. С притопом, с прихлопом, да частушку надо прокричать, народ посмешить. Пойду плясать, свою выходку казать. Вот и я, вот и я, вот и выходка моя. И пошло веселье. Светлые боги любили праздники посещать, в людской личине и поют, и пляшут. Никто и не догадывается, что настоящая Лёля богиня тут же в хоровод водит, а Ярила с девушками в горелки играет. Так что, мои дорогие, будете хороводы плясать внимательнее, оглядывайтесь. Может быть, боги придут на ваш праздник. Вот. Ну что ж, чудесные сказки Ольги Баяновой. Вот я вам прочитала отрывок из книги «Приключения Ярого Бога». Коли еще по какой-то случайности нет у вас этой книги, идите к нам на сайт, в разделе «Книги» вы сможете эту чудесную книгу приобрести. А мы с вами пойдем дальше. Календарь чародейных обрядов. У нас ель, сосна, они же вечно зеленые, этими обходились. Ну что, вот смотрите, календарь Луны, 20 марта. Это вот начало растущая Луна. Поэтому до 16 марта убывающая Луна, 17 марта новолуние, 18 растущая Луна. И есть такое понятие, которое мы используем для того, чтобы делать именно чародейные обряды. Это
Луна без курса. Ну, сейчас я уже не буду вам объяснять, что это такое, но обращаю ваше внимание, что 17 числа, как раз вечером с 16.12 до 21.57, Луна без курса очень хорошо делает очищающее время. Конечно, вы, наверное, знаете, что это делается с помощью черных, например, ну, с помощью полыни, зверобоя воскуривается. Могут веретена пойти в ход, черная кудель, черные свечи, четверговая соль. Все это предметы для того, чтобы сделать очищающий обряд. Ну, и коли не знаете, где взять, у нас есть. Сделал славянская магия, расходные материалы. Можно там посмотреть. Ну, у нас есть даже и наборы специально очистительные, вот, с черными свечами, вот этот большой набор вообще замечательный, с черным воском, черной солью и так далее. Ну, это для того, кто только начинает. Начинает и не имеет своего личного запаса. Если вы хотите знать больше про очистительные обряды 17 марта, то сходите к нам в училище, в раздел «Записи коротких встреч». Там у нас три вебинара есть именно про очистительные обряды. Ну вот, но я сейчас хочу вам показать удивительный обряд, который я вам приготовила именно на солнечный излом. Он прекрасным образом подходит к нашему календарю. И сразу хочу сказать, потом посмотрите повнимательнее, если соберетесь сделать 24 числа и 26 числа холостая луна будет около полудня. Обряд, который я вам сейчас покажу, он будет лучше делать его около полудня. Поэтому вот нацеливайтесь на 24 или 26 число. Этот обряд на весенний солнечный излом имеет свои особенности. Он одновременно с черными и белыми свечами, с красными свечами. То есть обряд для денег, любви и здоровья. Сейчас я вам его покажу подробно. Здесь и чистка, и привлечение одновременно. Одновременная работа вот этих всех свечей, белой и черной соли, как бы такой контрастный душ, чистка, освобождение, привлечение. На солнечном алтаре делается обряд и открытие возможностей, притока здоровья, денег, любви. Такой серьезный обряд на 2 часа, но он столько много и дает результата. Сколько вложите, столько и понадобится. То, что нужно для этого, здесь у меня слайд останется, вы посмотрите. То, что надо дополнительно, вы посмотрите, потому что я для вас, мои дорогие, записала видео. Конечно, времени, видео будет длиться 15 минут, времени я на него потратила раз в 10 больше, но зато наглядно. Ну что ж, сейчас я, если вы вот такие опытные люди, зажигайте свои свечи, у вас будет 15 минут прекрасного такого созерцания этого обряда, и, возможно, вы почувствуете его силу и захотите сделать его на солнечный излом. Пока голос. Доброго здравия! Хочу познакомить вас с обрядом для привлечения денег
любви и здоровья. В этом обряде мы очищаем озера, исток и зарод и получаем это желанное состояние. Вы, конечно, знаете, что озерами у нас на севере зовутся силовые очаги, которые создают нематериальную основу успешности нашего существования. И эти 9 озер, каждый связан со своей стихией. И именно озера зарод и исток соответствуют стихии огня и соответствуют разуму нашей божественной сути. Поэтому даже если вы не нуждаетесь в обряде для привлечения денег, любви и здоровья, то я советую вам делать этот обряд для очищения озер, которые создают основу нашей жизненной успешности. Особенностью этого обряда является то, что здесь одновременно творится сильная ворожба по избавлению от худого черного и привлечению белого в свою жизнь. Это удивительная особенность такого обряда, позволяет с успехом использовать его в солнечные изломы. Вы можете творить этот обряд для себя или для другого согласия того. И, конечно, это требует определенного настроя и подготовки. Обряд делается в полдень, когда солнце стоит высоко, и это обряд свечной. Здесь много свеч, огня, жизни, радости и проявления нашей божественной сути. Конечно, позаботьтесь о безопасности, так, чтобы у вас свечи не капали на руки, чтобы ничего не загорелось над вашим дарем. Приготовьте воду для усмирения батюшки Всемогла Огня, если он вдруг решит показать свой норов. Ну, а в целом ожидайте светлого, радостного действия, которое наполнит вас силой, радостью, светом и огнем. Вот что понадобится вам для этого обряда. Покажу на примере того набора, который сделан в северной сказке. Бумага с записью своего будущего действия и заговоров. Вам понадобится 7 красных свечей. Пусть это будут свечи, которые горят 2, может быть, даже 3 часа в зависимости от вашего обряда. Не пожалейте времени на этот обряд, это будет прекрасно. Конечно, все свечи должны быть восковые. Вам понадобятся черные свечи для изгнания злого худа из вашей жизни. И 1 свеча пусть будет побольше. Вам нужны будут 4 тонкие восковые свечи черного цвета. Время горения примерно 1-1.5 часа, может быть, 2 часа. И к ним нужны белые свечи, восковые, с такого же размера, чтобы время горения у них было одинаково. Вы видите, свечи прекрасного медового оттенка — это и есть восковые свечи, которые мы называем белыми. Никогда натуральные свечи не бывают химически белого цвета. Вам понадобится белая соль, желательно заговорить ее до того, как вы начнете делать обряд. И вам понадобится черная четверговая соль. Вам понадобится масло полыни. Вот в таких сосудах мы отдаем, запечатанных воском. И в этом наборе мы предлагаем обережный круг чертить белым мелом. Да. Традиционный способ, любимый многими, как вы знаете. Обряд делается на солнечном. И вы сидите лицом на юг. Дополнительно вам понадобятся 4 подсвечника для свечей по углам, 1 подсвечник для черной свечи посередине, большой подсвечник, может быть, даже сосуд для 7 красных свечей. Понадобится белая, черная нить для связывания свечей. Обязательно приготовьте колпачок. Приготовьте вспомогательную свечу, которая поможет вам зажигать основные свечи, и лучину, с помощью которой вы это делаете. Конечно же, спички, чтобы зажечь первую свечу. Прошу вас не делать это зажигалкой. И самое главное, вы должны приготовить несколько монет желтого цвета. Причем эти монеты, они должны быть в вашем кошельке, в ваших карманах. И вам понадобится еще тряпица, в которую ваши монеты будут завернуты после обряда. Ну что ж, вы готовы к тому, чтобы делать этот чудесный обряд. Вот наступает момент, когда все мысли лишние надо кинуть, только о своем вопросе думать. Возьмем 7 красных свечей, плотнее их сожмем друг к другу, восковые свечи даже прилипают друг к другу. Берем черную нить и делаем 9 витков, священное магическое число, противосолонь, накручивая тем самым силу изгнания худа. Кончики вы можете отстричь,
или просто соединить друг с другом. Вы можете, еще продолжая держать пучок, намотать белую нить, также 9 витков, но уже восовать по солнцу. Можете держать пучок в руке или установить уже на своем блюде-подсвечнике. Приготовим остальные свечи, парные черно-белые свечи. Для этого берем белую черную свечу, черную нить и наматываем 3 раза черной нитью против салона. Потом берем белую нить и наматываем 3 раза по салону, по солнцу. Установите подсвечники, кончики спрячьте или обрежьте. Также поступите с остальными 3 парами. Когда вы связали свечи вместе, наступает время их оживления. Начинаете крутить их по салоне или противосалоне и смазывая их сверху вниз или снизу вверх. Так как наш обряд здесь совмещает и то, и другое, то делаем оживление свечи таким образом. Черную свечу, она одна у нас, держим в руке, поворачиваем противосалон против солнца и снизу вверх делаем 4 полоски масла. При этом, конечно же, вы обращаетесь к свече как к живому существу, сообщая ей, что просите ее сделать работу, важную работу, нужную, очистить исток и зарод для привлечения денег, здоровья, счастья, удачи. Разговаривайте со свечой, обращаясь к ней как к черной свече. Но когда вы оживляете красные свечи, конечно, вы обращаетесь к ним как к тем, кто дает силу, благополучие, благосостояние. Поэтому уже крутите их по салон и делаете движение пальцем, намазанным маслом, сверху вниз. Ну вот, когда у вас в руках скрутка свечей из белой и черной свечи, то, конечно, здесь нужно сделать и движение противосалонь, и движение по салонь. И пальцы сверху вниз, и снизу вверх. Поделюсь маленькой хитростью. Если вы используете высокие свечи, так как такие, как в этом обряде, то вы можете опасаться того, что они не слишком прочно стоят в ваших подсвечниках, особенно если ваши подсвечники без специальных иголочек. Для этого советую вам зажечь вспомогательную свечу, такую, которая дает много воска, и накапать расплавленным воском на донышко. Когда воск стынет, он надежно прикрепит ваши свечи к вашему подсвечнику. Итак, вы готовы начинать обряд. Сидите лицом на юг, перед вами алтарь, свечи, чаша с монетами. Все сделано. И начинайте с востока ставить обережный круг. Чертите мелом посолонь 3. Встал ты над земли до небеси от севера до юга, от востока до запада. Круг должен большой получиться, так, чтобы все поместилось, и ваш стол, и вы, и свечи. И если тут другой человек для другого обряд творится, то и он тоже должен поместиться. А еще этот круг хорошо бы посыпать белой солью. Точно так же с востока 3 по салону. После чего надо зажечь черную свечу, стоящую посредине. Как я уже говорила, вам может помочь дополнительная вспомогательная свеча. Зажигая эту свечу, настраивайтесь уже на состояние кудес. Медленно вздохните при открытых глазах. Задержите дыхание на 5-7 секунд. Закройте глаза при этом. Выдохните. Глаза открывайте. Опять вдох. Глаза закрыты. Задержка дыхания. Выдох. Глаза открыты. Как только появится легкое головокружение, можно дальше обряд проводить. Зажигайте парные свечи. Черно-белые. Свечу можно притушить, а можно оставить гореть. Свечи зажигаются, начиная с востока, по салонь,
Вам поможет лучинка или длинная каминная спичка. Все это делается не спеша, в особом состоянии кудес. Если черная свеча посередке была погашена снова, настраивайтесь, ощущая, как поток проходит через все тело, через исток и зарод, очищая все темное, лихое. Делайте так, пока не возникнет чудесное ощущение того, что все худое ушло, и чистота и легкость в теле необыкновенная возникла. Батюшка, ты царь, огонь, ты всем царям царь, будь милостив, как ты жарок и пылок, как ты жжешь и палишь в чистом поле травы, муравы чаще и дубравы, у сырого дуба коренья, так же жги, спали из меня всякие скорби и хвори, страхи и переполохи, опали вокруг, очисти недуг, как озера лесные чистыми дождями наполняются, так обы и менее силы доверху наполнили. Во имя рода во родных богах проявленного Вики, у Вики, а ты не у Вики. Во имя рода во родных богах проявленного Вики, Пувики, а ты не Дувики. Во имя рода во родных богах проявленного Вики, Пувики, а ты не Дувики. Коли сил в достатке, заговор трижды повторяется. Дальнейшее происходящее остается между вами и силами природы. Побудьте в этом чудесном состоянии, представляя все прекрасное, что случилось с вами в жизни, все любимое, что наполняет вас силой и здоровьем. Пусть это состояние окутает вас и будет с вами все это волшебное время, пока горят свечи. Вы можете думать о чем-то или не думать, мечтать о чем-то конкретном или ни о чем, или обо всем сразу, но когда вы сидите в своем убережном круге, наполненные этим цветом и ароматом восковых свечей, происходит что-то важное. Смотрите на деньги, смотрите на белые свечи, смотрите на черные. Смотрите на красные, представляя, какие силы вокруг вас помогают вам быть здоровым, счастливым и успешным. Так пройдет некоторое время, и в какой-то миг вам покажется, что обряд нужно заканчивать. Если свечи еще не догорели, их можно потушить рукой или колпачком. Делайте это по кругу, с востока, и вы будете двигаться противосолонь. После того, как свечи потушены, сложите монеты с подноса в тряпицу и заверните. Если нужно, свяжите ниткой. Монеты в тряпице положите в мешочек с черной солью. Место, где вы обряд творили, противосолонь против часовой стрелки, начиная с востока. Обойти, соль смести рукой, мел потереть и слова для снятия обережного круга сказать. Упал тын с небеси до земли, с юга на север, с запада на восток. Мешочек с монетами и черной солью храните до следующего солнечного излома. И в это время монеты обязательно нужно будет потратить. После обряда надо убрать посуду, воск, оставшийся от свечей, собрать, завернуть в тряпицу или бумагу, отдать стихиям или прикопать землю, или потом сжечь на природе. До этого времени воск можно хранить, но стараться не трогать его лишний раз. Подсвечники, миски промываются проточной водой, все убирается до следующих обрядов. И после того ощущайте, как новые силы влились в ваше
тело, вашу душу. Ощущайте, как дух ваш наполнился силой, разум радостью. Делайте этот обряд в солнечные изломы, и это будет славно, на благо. Ну как, мои дорогие, отдохнули? Отдохнули, представили это волшебное окружение, этот огонь завораживающий, этот запах восковой. Прекрасный. Прекрасное ощущение дает даже мысль о том, что этот обряд можно провести. Я вас уверяю, что когда вы сделаете такой обряд, вот это ощущение радости, оно действительно чудесным образом вас наполнит. Я показала вам все предметы, все, что нужно для этого, что делается. Вот на этом слайде, на этом слайде заговор, который читается, чтобы он у вас был. Вот. Ну, надеюсь, что это действительно вам поможет. Нужно ли в круге сидеть? Конечно, в круге. Я говорила во время видео, что круг должен быть достаточно большой, он должен вмещать весь ваш стол, вас и человека, который... Если присутствует другой человек, вы делаете обряд для него, то вмещать и другого человека. Можно поменьше брать свечи. Ну вот свечи, которые у меня показаны, горение 2,5-3 часа. Конечно, в общем-то, если у вас есть возможность вот 2 часа провести вот в этом состоянии, лучше больше свечи. Посмотрите запись еще раз. У меня написано «Время холостой луны». Я надеюсь на ваше внимание, потому что запись этого вебинара будет в вашем личном кабинете, и вы сможете смотреть беспрепятственно. Ну вот, замечательно, замечательно. Я также напоминаю нашим бывалым путникам, что дополнение к этому обряду можно сделать первый годовой защитный обряд Найрила. Есть и набор, который у нас собран уже, все предметы, которые нужно. Этот обряд защитный Найрила, вот я вам написала календарик. То есть мы от солнечного излома на 5 дней до этого можем делать защиту того, чем мы владеем, и 5 дней после. То есть вот у нас такой получается волшебный, волшебный месяц март. Для тех, кто не совсем ясно представляет, о чем защитный обряд, зачем он нужен, и еще не приобрели книгу «Магия свечей», я обращаю ваше внимание, потому что даже люди, которые давно занимаются свечной магией, нам пишут о том, что нашли там подробности и тонкости, которые оказались им полезны. И это просто прекрасные слова, потому что я понимаю, как трудно сказать что-то новое людям, которые много знают. Вот эта книга, она и очкам, и, как оказалось, опытным людям очень помогает творить магию свечей. И там подробно описаны эти обряды, солнечные обряды, которые мы творим на защиту. Вопросы, которые вы задаете, я вижу, что вы
мало бываете на моих вебинарах, поэтому сейчас я отвечу на ваши вопросы, но вы, пожалуйста, вот, надеюсь, что заинтересую вас. Смотрите северную магию вебинары, которые у нас есть. Вот. Бережный круг мы обрядовым образом чертим по кругу. Холостая луна, посмотрите подробно в интернете. Это время особого положения Луны, которое используем в обрядах. То есть в быту это время, когда не надо начинать ничего нового, а для нас это время, когда нам не мешает влияние светил, и мы делаем самые сильные обряды. Вот. Поэтому еще посмотрите. Этот обряд делается около полудня, то есть за час до и за час после. И я вам писала время холостой луны, там как раз до полудня, час до полудня, 24 и 26 числа, как раз-таки хорошее, прекрасное время. Ну что ж, мы немножко с вами перебрали заявленного времени, но я надеюсь, что вы не в обиде. Я надеюсь, что вы получили удовольствие от нашей встречи, так же, как я его получила от общения с вами. Я хочу сказать, что запись этого вебинара вы можете смотреть в личном кабинете, в надписи, в личный кабинет, вкладка вебинара. Время быстро пролетело. Да, ну, в напутное, что я вам хочу сказать, мои дорогие, что солнечные взломы, волшебное время равновесия, когда боги замирают в ожидании будущего, а человек своей волей способен изменить нить судьбы. Изучающие славянские резы рода прекрасно это знают, потому что мы время отмеряем солнечными взломами. Наши предки-солнцепоклонники знали и сохранили это для нас. И что же нам не взять это, раз мы это знаем и можем, и это нам поможет быть в равновесии с самим собой и в равновесии с природой. Вы можете не делать эти обряды или делать. Это ваш выбор. Но все-таки в день Ярила посмотрите на солнце и поблагодарите богов за то, что вы живы. И для вас начинается лето. Желаю вам времени чистоты, рассвета, новых весенних жизненных сил, здоровья, счастья и благополучия. Всего вам доброго, дорогие мои. До новых встреч.